Еще пояс один. И большой фюрер Руфер, смотри, что делает. Упадешь. Че, сука, так подлагивает? Настроение у меня хуевое из-за того, что синтека нету, топы нету. Это хуево. Не знаю, вообще заходить не хотелось. Это голимая хуйня. Нету постоянных хилов, все успехи играют. Я сам тоже не играю кем хочу, а кем надо для рейда. Как это не хотелось заходить? Айок, Алгалон. Эти бичи еще подождут нас. Да, но зайти же надо на них все равно. Да. Сейчас вот этих ждем, короче, знаете, да, что делать. Кровостражей контрольте там, кто хочет. Но главное, чтобы их это вывести из этой... Топ-10 смертей руферов. Из игры, да. Все, разъебываем максимально быстро. Череп возьмет в контроль. Баблы, глыбы сливаем и по возможности вихри даем людям. Вот я призывно разъебал, походу. Сейчас меня еще разъебут. Спасибо. Ой, кого-то бить иду. Не надо, дядя. Че, вот этих двух добивайте. Помчи его. Еба, он пошел куда-то прям к бессу. Да, блять, закорнюйте этого пидора, чтобы не носился. Там еще, блять, вон псина ебаная че-то бегает. Она сейчас гуса сагрит тут. Ой, пойдемся нахуй. Псина вот эта смешная, у нее уши, антенны какие-то. Или что это вообще? Это зерлинг. Нет, это не зерлинг. Другая хуйня. Ну, почти зерлинг, кстати. По факту не похоже. О, я бы, знаете, еще поиграл в этот StarCraft, только с кем-то, типа, вдвоем, там, втроем. Какие-нибудь миссии, типа, ну, если кто играл. Срез даю. Ой, я давно когда-то, блядь, играл, нахуй. Ну, я проходил кампанию за людей где-то год назад. Я про вторую это говорю. Прикольно. Не про первую, а именно про вторую. Потому что первая. Ну, а второй да, вы, блядь, полезли, сука. Для меня это сильно отстало. Бичи, блядь, о. Он, блядь. Нихуя, вообще. Ебанулись. А наркоманы. Пиздец. Цены вы еще мамам нужны остановить. Просто я снимаю на видео, смотрите, что игра делает с людьми, блядь. Люди на стенку лезут. Не в жизни, а прям в игре, блядь. Там пачка подходит. Контрольте. Череп бьем. Я бы поиграл в какой-то, знаете, типа. Я люблю такие карты, когда, короче, надо долго-долго развиваться, все там на фул застраивать базу, там. Часовые, да? Пошли цивилизацию. Долгие. Нет, цивилизация. Биг дам пизды всем даст нахуй. Мне в реальном времени чарджи, нравится. Блядь. Цивилизация это другой жанр. Мы ему дадим. Не успел. От бури сдох. Вот и типа поиграть. Чтоб там было, не знаю, ну типа. Три расы вот этих. Не убивайте. Не убивайте, пожалуйста. Не убивайте. Черепок, давай, брат. Черепок добейте. Мне Лингрен бури 32 тысячи в ебало кинул. Ты не лази под ногами. Мне баллонка какая-то, это, на огонь дала. Баллон. Как собака. И типа, короче... Вот мне нравились, когда я компанию проходил, вот эти три, нихуя, свейдился, блядь. В Старкрафте? А да. Это потому что лог наверху. Ну, в Старкрафте кайфовая компания. Короче, где карта, где типа надо за оборону там застраивать, какую-нибудь такую прикольную. Age of Empires. То же самое. Вторая часть. Да похуй, четвертому скачать. Не, вторая прикольная, там такая механика. Вообще я бы еще побегал бы в Diablo 3, но это не знаю. О, это жиза, да. Лучше,
Лучше в поя побегать. Лучше героев поиграть на большой так, карте с поя подземкой. Это Pass of Exile или как там? Да. А если же еще Pillars of Eternity, это что такое? Могу в поя прикольный билдак скинуть. Ебать, там билдак нахуй. Билдак. Это не билдак, это вот что вот эта комната. Что вот эта комната нахуй там билд нахуй. Ебать, кто выше? Ну, блядь, ну билд там реально охуенный. Наркоман. Я ебал эти билды, блядь. Я понимаю 100 билок, но не косарь же, блядь. Шалфир, я трахну тебя. Не понял, нахуя. Бля! Опа. Не, ну я вышел. Блядь. Что-то периодически это помазали. Было сильное заявление, конечно. А, я качаю игру просто с торрента. Ну-ка, сколько скачалось? А, пишет 50 минус. Ну ладно, потрошу. Что качаешь? Я Everspace 2 качаю. Я что-то ее или год, или полтора назад качал. Вот, и там какая-то ранняя версия была. Сейчас не знаю, вроде тоже ранняя. Да, ЛССки вышли. Какие-то, да, что-то выходило, блядь. Но я так и не понял. Ой. Я, короче, в нее поиграл часа два, нахуй. И, ну, я включил там, ну, ничего, самолетик, все, управление, блядь, заебись. Космос, все дела, блядь, астероиды. Ну, типа, нихуя, думаю, блядь, полетать надо. Ну, и, короче, меня что-то взбесило. Это, хуй с ним, что она не переведена, все это похуй. Английский и так понятный, и ничего там сложного нет. Меня взбесило то, что подача сюжета там подается через... Ну, типа, картинку такую включают. Я думал, ну, как, типа, хоть как-то, блядь, что-то хуй знает, на движке игры, блядь, что-то сделают. Или ролик какой-то, нахуй. Там вообще нихуя. Просто картинку показывают и надписи, и челики что-то говорят. Ну, то есть, как комиксы, нахуй. Понятно. Пизда, я за две ночи ремейк Dead Space прошел. Так какой на ремейк сделали, пиздец. Он не играл в Dead Space, блядь, что-то... Спасибо. Я, поиграй, вот это ты много пропустил. Я, во-первых, хорроры не люблю, во-вторых... Ну, я, ну, бля, ну, даже не, это даже не хоррор, блядь. Ну, там... Сама игра там прошла чё... пиздатой сделана. Она, видишь, можно. Она как она называется? Вот это что, это в космосе, во-первых? Ну да, да нет, и там сюжет и прикольный, но типа, если играть в старый, не брать графику, то там сюжет охуенный. Okay. Там графика до сих пор пиздатая. Ты хочешь маршруты, где надо долго-долго качаться, да? Да не, блять, мне Вовки хватает качаться здесь. Да, давай, я тебе просто могу предложить прикольный вариант, где вот ты долго качаешься, а потом типа сильный-сильный. Сильный-сильный. Тест, что ли? Типа Вов? Нет, Вов, не Вов Фростпанк поиграет. Ой, ебать дерьмо! Убивать людей, чтобы они там, чтобы не это... Да, их можно отправлять там в рыбалку, в баню. Фростпанк. Можно от голоду, чтобы они сдохли. Ну не, ты фрик, конечно, Бен Силлер, если на тебе нравится эта игра, блин, да. Не знаю, я в онлайн пизжу. Качаешь скиллы пару лет, потом сильный, все равно там пошло разъебывать. Я ебал эту хуйню. Да ну что? Ебать пару лет скиллы качаешь, охуеть заманчивое предложение. Я вот сейчас не знаю, кто как относится к этой, как она называется, Гарри Поттер игра типа была. Когда мелкие были, блядь. Какой там класс, я не помню уже, ну короче, я одноклассник. Я пиздиком Шрека играл. Какой Шрек? Ну Шрек залупа, я после урока, в него играл, что-то поиграл, на ослепо прыгал, блядь, думаю, ебать, хуйню придумали. Не, цыпленок цыпа имба. Ну и вот, и короче, ходили после школы, ну как после школы, бывает и с уроков съебывали, с Карифаном, короче. Он такой заходит, ну первый раз я к нему прихожу, блядь. Он такой включает, нихуя, и там этот, первый часть Гарри Поттера, нахуй, ебать, вы ржали, нахуй. Такой тип, да, блядь. Там сейчас скоро Хогвартс Легаси выходит. Ну вот, я про это и говорю, что вот, блядь, хоть что-то интересное нахуй. Да. Такое. Они, короче, Хогвартс Легаси здесь наподобие Варкрафта, только, блядь, в соло-режиме, нахуй. Ну, хоть детство напомнит. Ну, не знаю, конечно, ну, хотелось Геншин, бы... Геншин ёбаный такой. Геншин? Не говори мне это слово вообще никогда, да нахуй. Нет, я ебал. Нет, нихуя, там разные будут. Там очень сильно от Геншина отличается. Что за против аниме имеешь? Я, блядь, ебал это аниме. Мне просто рисовка не нравится, так-то я против ничего не имею. Мне вот эти ну, вот... Так, Геншин, ты новое аниме посмотри, вот там рисовка пиздатая. Причем тут аниме и Геншин? Я просто не разбираюсь вообще... Для меня аниме для это Sailor Moon. Я помню, у бати был комп, самый первый Pentium. Там были игры от Alavar.
там он играл, блядь, в эту суперкорову, нахуй, ходишь, палец собираешь. Блядь, а игра это, блядь, рога и копыта, нахуй, была, блядь. Вот это охуенно, вот за ханы шарят, рога и копыта. Как достать соседа 2, то само то. Да, вот как достать соседа тоже, я во все части не пошпилил. Что там по хилам у нас, 4 или 5? Тактики нету тут. 4. Ну, медфокс еще там есть, да. А где есть? А чё вы 2-2-8 реально тюфнуты? Ну, 2-2-8 написал, дела появились, убежал. Да. А реально я не знаю, просто ушел. Ты во сколько хули дринку ходишь? Через 5 минут. Всем привет. 5-7 минут. Здорово. Медфокс собери, там где-то медфокс был. А где он? Это хуёво. Получается только... А что делаете? Ока проходим. Ага. Ну как, проходим. На босса смотрим. Он в правом подземелье. Вот этот Рейсфейс будет вообще играть, нахуй, или мне его кикнуть? У него проходки нету, походу. У кого? Рейса. Чё, ну, блять, у него нихуя вообще нет, у него 929 ИП, блять. Он никуда он не ходит. Он и ходил. Да, типа. У него обычка никуда. Он же раньше ходил, а потом сейчас забросил. Да, и снова... Просто балластом сидит. Этот... Надо добить, я понял, нахуй. Так, ты все идешь, да, хулидринка? Медфокс, медфокс. А сколько мы хилов били этого, эту дуру? 4? 4, да. Шаман, ДЦ, паладин и друид был. Сейчас медфокса ебанем. А может мы в троих попробуем? Типа, вот у нас два шеда, это... Че, паладин, два приста и... Призана в этом. Это, да, чтобы больше урона было и все. Ну, если вы четко... Там, если хпал взлетает, они могут цель, по которой летят эти, не захилить просто. Захилим, захилится. Она уверен, но мы в три пробовали, уверен. И у нас падали. Да, потому что, если правильно все исполнить, то цель не сдохнет вообще никак. Это-то работает на нее замедление коста? Артем пишет, что он впервые тут. Какое замедление коста? Так, хулидринку премия. Коснояс. 500. Получается. На босса и на адов, да, работает. Неизвестно, как работают у него стрелы. Может, стрелы по типу как у этих, у магов, что они, этот, у них периодичность просто такая же. Надо искать гильдию хилов. Да ничего, чтобы я смог метку ставить. Вот, чтобы мы могли челиков, которые вспекаются, по принуждению разгрузить. Костяк хилов у нас непостоянный. О, друид-инвалид зашел. О, вот вспомни солнце, вот и лучик. Подсолнух целый. Знаешь, подсолнух. Ну, он чисто что с работы приходит в это время. Немножко у него... Он на начало РТ никогда не попадает. Ну, хоть так, блядь, хули. Пока найдутся люди, блядь. Ну, короче, план такой. Все, кто может и не может, ищите любую возможность хилов найти в гильдию. Рарник, с тебя кулаки. Гламурчин, ты каски. Так, Сержу и Вадикон, что у вас там по банкам? Нету. 9. Так, я вот не знаю. По ДПшке бительница прот сразу въебать. Сапроты можешь поюзать. Да въеби сапрот. Давай все на сапрот. Ну, у кого есть ЛК фласки, можете. Ну да, потому что робота пойдем все равно сапрот. Все равно перепивать все. Не буду, короче, ДД. Это сапрот, чтобы мы захилили здесь. И там посмотрим. 4 хила и 3 танка попробуем. Так, сейчас, где там ГБ, блядь? Мы сапроты ебанем. Так. Кулак, лапка, стамина. Так, ну давай пока. Пока мы одного, да, босса пока. По одному пока закидывай. Вот тебе водикон.
А в тебе шкаф, пожалуйста, вот. Да, сис какой-нибудь, чтоб я типа стал звездочку. А ты будешь ставить? Человек звездочку? Хочет звездой я стать. Я буду ставить. Да, то у меня тут раз ебать, ну я охуел. Пока пролагает, я поставлю. Я вот не знаю, под кружкой здесь быть. Все работает. Убьет босс. Есть же три не у кого с кружки срабатывают. Гадюки там или что? Призаны рога. Вадикону обмен за сапротами кидайте. Короче, кружку одел. Ну типа, ну, ты можешь что-то с его водить, я с кружкой бегаю. А что, ты вместо кружки ничего не можешь одеть? Да незачем. Ну ладно, тогда клык одену обратно. На роботе я точно буду одевать, потому что мне надо агро увеличивать. Ну понятно. Так. Рыба. Масло на силу атаки. Тактика очень простая. Метка появляется там. Что там? Крестик или черепок, блядь, вешается. Звездочка будет. Не, я про это. Про то, что вынести с рейда надо. Ну да, что-то из этого. А по мобам что мы делали? Бумагами? Маги шипают, да. Да, вот это самое нормальное. Ну, вроде как каст у них позволяет. Если, конечно, у мага не 4 FPS. Вроде все короче, двероги... Ну, опять с этого хватит. Двероги на звезде. Я первый сбиваю каст. Крипто второй. Там дальше уже на постраховке кто-то смотрите, кто сможет. После двух кастов, если что. А не звездочку забивайте, там кто-то маги, распределитесь между собой. У нас три мага, просто... Там одного мага хватает. Подожди, а у них на мобов диминишинг вешается? Ну, да. От овцы ничего не вешается, от станов только вешается. Он может овцу давать, моб за счет если, того, если спамить овцу, ты... будет диминишинг. Ну, ты спамишь овцу? Ну, да нет, конечно. Ну, где вы видели? Ну, если бы видели, сказали. Я не знаю, как тут работает. Ну, иногда обвешивается диминишинг. Кто был в прошлый раз? Здесь не сработает диминишинг. Тут на я шипал в прошлый раз. Ну и был диминишинг. Главное прервать каст. Да нет, всегда шипался. Ну и все. Только давай ты один это Эя? Это Троллд. А, вот Троллд. Ну вот ты один это делай, а остальные бейте просто, потому что, ну... А, какую потеряем. Метку? Не звездочку. Ты без метки. Нет, все хорошо. И Виланша танчишь без метки, моба, а я со звездочкой. Я просто буду стоять и шипать, чтобы не проебаться. А ну, после кто танчит, то ты? Я. Это, ну на подстраховку тогда... Давайте так, вот если роги бьют звездочку, Закханыч, ты еще к ним идешь третьим на подстраховку, если видишь, Лак. Ну... каст докастовывается, то к концу каста стараешься сбить. А на безметке идут, короче, вот два вара и инвизибл на подстраховку к магу. Только если вы видите, что он не сбивает с каст, к самому концу старайтесь. Типа, чтобы не допустить вообще. То есть, как... Я встаю, короче, под это, под величием разума, я не должен проебаться, в принципе. Я инстам даю, там, 4 овцы спокойно. Если троллд, короче, будет на те метки, что ты без рейда выбегаешь, ты... Ну да, да. Ты что-то крикни, допустим, там, вары сбивайте, и они услышат это. Вары на том, который, тот, который без метки. Invisible и вары. Ну и все, дальше-то просто все. Просто ДПСить. Никен. Кулак будет сегодня, или что? Я не понимаю. Ну давай подумаем. Три паладина в рейде, а рарник... Я раздал МП5, рарник сказал, чтобы кулаки кидал, а гламурчин пусть каски раскинет. Вот сейчас есть на спасибо, тебе кулак, это... Рик. Благодарочка. Давайте подходим поближе. Все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Еру. Mm-hmm.
Друид инвалид. Когда столбы появляются, встаем на точке, от которой ближе всего до всех трех лучей. Вот где медведь стоит. Ты крест поставил, да? Это не я, я не знаю, кто поставил. Ну, написано ты. Аддон, наверняка. Пять же вроде. Главное, я понял. Ну, у тебя макрос, ты, видать, что-то жмешь. А как удруид инвалид сдох? Гнев астроманта, минус 3500 и все. Целился моб. Че, докастовал, что ли? Да. Ну, моб не страшно. А, моб-то похуй, главное, чтобы не босс. Это, видимо, ДБМ ставит метку. ДБМ не может на мобов ставить. Ну, я ничего не делал. Не, ДБМ может. У меня звезда. Это ДБМ обновили. Фига они умные, да? Вот сюда, где медведь стоим. Просто у тебя в ДБМе настройка такая. А, убери у него просто ассиста и все. И дай кому-нибудь другому. Ну. Зачем? Пусть ставится. Пускай ставится. Так пусть он ставит на одного и все, и заебись. Так он перекидывает с одного на другого, потом на третьего. Нет, вот. Одну поставил и все. Ну, смотри, сколько он у тебя в чат лагает, ну, прям. Не пройдите каст. Я один уже... Значные люди. Ну не звезда, а крест. Где номер? Я еще типа диплиза. А это он переставляет, да? Это когда один умирает, первый. Да, крест. Да. Видимо так. Да, ну ты видишь в чате сколько много. Не, то что он спамит, это какой-то хуеплет ДБ писал, наверное. Он не видит, да, хули там у Седжи комп топовый, не видит. Но я вижу, что он спамит. Лол. 30 FPS играет. Кто топовый плюс чат? Опа. У меня 30 FPS, как на трэш. У меня 14, нормально. Ну, сейчас 35-40. Блять, я что-то не вкуриваю. Крипты. Поставился. Сводим. Я один кикнул. Понятие. Спасибо. Кикати, алё. Алё, да. Алё, товарочка. Шадо, выйди. Он выходит, нет? Понимаю, да. А чё меня подкинуло? Потому что вы мудаки, нахуй, стоите возле бича, нахуй, который, блядь, не выходит нихуя, нахуй. А если выходит, то, блядь, выходит к людям. А не в сторону. Вы тоже отбегайте, нахуй. Ну, типа, если он бич, нахуй, хули с него взять, блядь. Убегайте, блядь, от бичей. Это трави стресы, некромантику. Хули ты спишь, блядь? Череп над головой появляется. Че, не видно, что ли? Шадоу, блядь. Повнимательнее. В рейде так будем стоять, нахуй. 20 тел взлетит и будет вайб, блядь. Даже 5 тел взлетит, будет вайб. Мы же не додики, блядь. Полчаса бить нахуй, то говно. Вот он перекидывает, видели? Да похуй. Я говорю перекидывает, ну. Ну сейчас вот на одном я вот его выбрал. Он на одном. Он, видимо, это. Не уверен. А поебать как вообще. Немножко рыночно блить от них, чтоб сал не кидало. Блять, хилы его, блять, полегу здесь. Уйди в другую сторону, чтобы головы на них. Что-то мы босса, блять, заебал. Пиздец, блядь.
Всю жизнь играл без лагов, нахуй тут пришел на Сирус, нахуй. Как он сдох, нахуй? Чародейский стрел. Хилили. А хули вы не захилили, блядь? Потому что был моментальный урон. Нет, то, что как пиздел, не успел кинуть нихуя. Этот самый друидин валит реса его. Запрут выпили вообще, вам дали, блядь. Старайтесь успевать. Кто там? Люблю щиты. Ты видишь? Чё это за хуйня? Я не знаю, сейчас это ваншот. Божественная кара. Ебаные жрецы, нахуй. Вадикон ресы. Последний бэр. На кого СС кинуть? Некромантика на друид инвалида Китай. Ну а притон давай на рависта. Вы видите, да, что он кастует? Цель, в какую цель он кастует? Сюда, где медведь стоим. Четыре смерти. Он. Пиздец. Фейдер, бля, притон. Я завис. Не думаю, уже хорошо, что. Что мы делаем? Дальше бьем? Ну а хули нахуй? Что будет? Отпатиться. Через 7 минут. 7 минут ждем. Да, ебать, я рот ебал такого босса на. Ты в прошлый раз ты говорил, но убили. Угу. Я и смотрю нахуй. Все это, стопаем. А робот типа круче, да? Робот круче, нахуй. Та же хуйня, нахуй. Только в профиль, блять. Падайте нахуй. Simple Dimple. Нет. Мне вот интересно, просто чисто по приколу нахуй. Как люди падают? Маршоты вон. Чародейские стрелы. Пилы не должны стоять, блять, потому что под ебало, под боссом. Вот отходите сало в другую сторону. Ловит. Ну вот, я отошел в сторону, все нормально. Сало вообще ни одно не стоит. Даже ты сало, ты не будешь ходить, сало. Там все нормально прохиливается. Встаем, бежим. У тебя, вот у меня в Уду просто все же видно. Все я вижу челик красного. Хуйня это все, там жрец убивает. На входе злобный друля стоит. Ой. Говно ебаное, блядь. Не надо, не... уйди, блядь, что вы делаете? Сдыхай нахуй теперь. Покинули тело, побежали. Рисальщики, блядь. Короче, жрецы, ну... либо на пул раньше надо давать, до того, как они появились, и уже крутить веерок. Может, это поможет, блять. Ну, я на пул всегда дома боф сдаю, он начинает действовать, как только я ударил моба одного. Ну и чисто теоретически, вот если, например, на челике будет щит на 12 тысяч, то он не сдохнет от двух попаданий этого, как оно называется. Там по 14 тысяч, значит, кара это или что они. Они, сука, мгновенно, походу, кастуют. Вот, чисто теоретически убивают хилов. Чисто теоретически можно раскинуть на 5 хилов что? Щит, правильно, блять. Это можно организовать? В математике умер 2 от притона, один раз умер дроид-инвалид. Что ты не хочешь сказать? Убили один раз дроида-инвалида, 2 раза умер притон. Так что давай еще будем считать их локов и дроидов. Да, и локов тоже. Ну все, Мордан считает только локов и дроидов.
Дело не в локах и друидах, просто я говорю, я кидаю, успеваю. У меня, говорю, буду отображается, по кому ебаш, то есть у меня он отобразился, кинул щиток, а если есть испытник КД, молитву закинул, все, то есть остальное это, дело это, короче, для... это самое... Не успеваю прохерить. Это все заебись. Вот там одного убила эта хуйня, кара мгновенная, она по 14. Автоатака, она точно шотит, там 25 тысяч. Вот, поэтому, чтобы не шотала автоатака, надо съебаться туда, где не появляется босс и этот пидор. И пока они не пойдут на танков, ну, находиться в движении, то есть бежать. Вот, если так делать, то, наверное, с автоатаки не будет людей убивать, я думаю. Тогда есть идея, тогда небольшая, тогда всех оранжей в одну сторону поставить, а всех медиков в другую сторону поставить, чтобы их не убили. Не, ну по-другому никак. Да похуй, похуй куда еще ставить. Надо разбежаться и двигаться до тех пор, пока, сука, мобы к танкам не сбегутся. Все, нахуй придумывать хуйню. Какие стороны, какие метки, блядь. Затем, чтобы если помп на тебя бежал, ты уже от него находился в движении, блядь. Чтобы он тебя с автоатаки не разъебал, ебало, блядь. Еще вопросы какие, блядь. Это, ладно, самое, имени... это самый просто. Сложно, видимо, слишком для меня что-то. Что сложного? Вот ты осквернение, когда выносишь, ты что, блядь, направление назначаешь? Ну, это немножко другое осквернение. Осквернение и это механика. Ну, то же самое. Механики. Тебе подходит. Нет, две разные вещи. Ты стоишь, это... блядь, какие вещи, нахуй. Лок стоит, ну, другие, в синем кругу, нахуй. Появляется рядом этот самый, блядь, жрец, нахуй, и дает ему тычку автоатакой. И чтобы этого не было, надо выйти из синего круга и бежать. Как только, ну, мелких заливают, они уже у них там процентов 30 хп, начинаешь бежать вот по этому кругу, по серому. Появляются три моба, ну, два моба и босс, нахуй. Ты смотришь, что они к танкам пришли, все, поворачиваешься, начинаешь бить. Чё сложного, блядь? А кто сдох от обстрела? Я. Кто? Я. Сейчас гляну. Верховный залп. 13 тысяч, нахуй. Отхил, объятия вампира, объятия вампира, объятия вампира, объятия вампира, объятия вампира. Ламурчет, Лучен, символ света небес, 1080, 1800. Дальше, объятия вампира, объятия вампира, объятия вампира. Это что такое? Если не так много объятий вампира, вариант там был сало и село. Ну, а сало откуда мы знаем? 8 метров вокруг жрецов. Или не знаем? Это... Три раза написал, пожалуйста, объясни, что делать. Ты проигнорил. Это ты тут первый раз, что ли? Тебе раза пять сказали. Пиздец, блядь. А остальные так хилы... Люблю, ты первый раз. Ты один хил из четырех. Остальные хилы имбардаун, гламур, друид, инвалид. У вас как? Тоже сало было? Короче, я хочу похилить этого босса. Мне интересно просто, что я буду видеть здесь. Давай, Лингрен, спекнись, поддержишь, короче... Без метки моба, а вилаша босса и с меткой. Я хочу посмотреть, как захиливать мобов. Ну, как людей не проебать здесь. Попробовать надо. Так, что теперь? Лингрен на... Где вообще? Он на Лингрен мобе... будет танчить моба без метки. Моба без метки только. Окей. Вилаша босса и моба с меткой. Мне чисто интересно. Да я просто боюсь, что на пули, да? Филов, сейчас пойдем? Или кого-то спектр? 5. Как кто будет спектр? Призан в Энхе был. Не-не, нормально, пусть на Венхе сидит, чё он призан. Нормально. Я просто хочу посмотреть, блять, со стороны хила это все. Дайте столик. Маги, есть столик? Лови. Thank you.
Уже разбегайтесь. Пиздец. Пас ёбом. Так. У Седжо прям бесится ДБМ, но. Угу. Я жду потолка залетаю, но. Алло, почему не сбили? Че, захилился? Босс? Ну, один касс прошел. Поздравляю. Снова 85. ГЦ хули. Дальше играй. Еще один хил и не успеем. Ты вообще ебал нахуй. Ну... У меня просто, ну, настолько жопа горит. Как можно проебать было каст? Ну кто там третий? Кто? Да никто нахуй. Нахуй надо вообще. Пойдем в ульду нахуй. Там попроще нахуй. Нет, слов. Ты думаешь, там сложнее механики? Ёбовый. Эй, я. Бля, он опять цель меняет нахуй, заебал. Твой ДБМ, ну. Каст. Блять, ну каст до конца почти проходит. Заканыч, убегай! Блять, че вы такие тормознутые-то все заражения? Слава, тебе БР не надо, ничего? Да нахуй ничего не надо, блять. Вист. Чё будет? Сука. Ебать его хуй. Ну это хуета уже все. Захилил. Че, все, надо падать. Так, макрос. Забери мне тогда, типа, это помощника. Может, оно и так будет нормально ставить.
Как, сука, это, кто, у кого макрос цель-цели есть? Ну-ка, скиньте мне. Макрос цель-цели? Цель-цели. Роги, скиньте макрос цель-цели. У меня нет такого. Куда ты уходишь? А что ты имеешь в виду цель-цели? Вы сдохли там все? Нет. Нет, еще. Пиздец, а куда вы там разбегались? Я тело покинул. Че, нельзя встать в точку и сдохнуть? Все, ты выйдешь. Ну, заходим. Короче, таргет-таргет просто в квадратных написать, да? Да-да. Так, сейчас. Да не беги, умри просто. Перезайду. Призе написал полчаса, час и будет. А чей моб? А, ну это спишем на то, что это ДБМ виноват, нахуй. Убирай метку. Убирай этот самый. Убирай в ДБМе Сенджи у себя, значит, галочку, чтобы эта хуйня ставила. ДБМ замучивай, короче. Типа, чтобы вручную ставить? Да. Назначай кнопку себе. Находи. Кнопка у меня есть. Сейчас вот. Я уберу. Просто подскажите, где это? Ну, это. Как там каст называется? Это типа надо зайти на боссов, да? Какой каст? Может там крипчатик? Ну, или, а, эти, как они, цели, ну. Жрец. Ну, жрец пишешь и все. Да что ты хочешь, выбрать его быстро? Так. Быстро. Solarian. Слэш С, жрец, пишешь. Следующая строчка, ну, Enter, следующая строчка. И пишешь этот... Макрос на метку. Показывать сейчас. Стрелку на жреца. Макрос на метку вот так, короче, выглядит. Да вот метка у меня есть, ты мне уже кидал. Ёбаные нахуй. С меткой все нормально. Ну чё, я понял, как? Как отключить? Не, пока не понял. Метку. Открывай ДБМ. Открывай этого босса. Типа, открывай. И тут на... Написано используемые метки и типа галочку снять, включить модуль. ДБМ. Так. Где мы сейчас находимся? The Burning Crusade. Крепость Бурь. Верховный звездочет Solarian. Я понял, это я нашел. Вот где включить типа... модуль, убери галочку. Все, ну я так и спросил же. Интересно, а у меня он включен? Но он ставит то же самое. Ну вот, у меня типа есть. Вот звездочка. Меня сейчас интересует макрос цель вот цели. Я поставил. Не, ну нормально. Сейчас мне кое-что. Ну, я проверить. Успеваю ставить, все нормально. Так, сейчас я подбегу. Так, Седжу, выбери в цель кого-нибудь. Меня. Так, ну-ка. О! Нет, не видишь? То. Подожди, ты сейчас кого выбрал? Бена. Так, поменяй цель. Не понял. Отлично. Ну, это то, что нужно прям. Только интересно, через красную цель оно будет работать? Таргет-таргет же ему похуй.
Да. Да, да, вы ВВК же так на зверях кидают, это там палы свои херни. На любой таргет будет работать. Ну все, вот этого мне и надо было. Не знаю, только достаточно будет этого спама или нет. Но я думаю, помощь хорошая должна быть. А что, ты хочешь метку ставить? Это называется... А в кого босс стрелять будет? Да. Это называется, нахуй... Не знаю, как просто это объяснить. Профессионализм? Нет. Это называется упрощение, блядь. То есть... сокращение времени между моей реакцией на то... кого выбрал в цель босс, донесение мышки для этого человека и его захиливание, вот это, ну, максимальная скорость будет. То есть я просто буду просто спамить, и будет большая вероятность, что... А ты типа босса запомнил, да, в цель? Да, просто я на него нажму, и все. Ну нахуй его запоминать? Не, ну есть макрос, наверное, на фокус. Фокус таргет, да, есть, по-моему, тоже. Или фокус таргет таргет. Это короче, просто можно типа вот этот. Не обязательно, я просто его нет, в цель выбрал. Фокус он, да, проебывается, у тебя будет, она же в инвиз уходит. Да. Я поэтому я спросил. Поэтому просто в таргет буду выбирать и все. Давай, ты... рыба. Ну, Валя не принимает. А, у нас же еще, блядь. О, Мэтфокс чилит какого-то хуя. У нас Гера нет. Да и похуй. Нахуй нам Гера. Хуйня это Гера. Мы ее тут два раза нажимали. Гера для слабаков. Плохо вообще. Гера тут нужно что-то. Надо четкое исполнение, а потом, блядь, уже плохо будет. Хорошо, шеф. А что тут будет? Ну, будет. В этот раз за сколько убили? За 19? Дайте шкаф. Много что было. Ну ты можешь, можешь шаманом зайти. У кого не еще могу. Там есть? Ну видишь, не можешь. Хочешь нет, какой-то... Проход. А, точно, проходки нету. Надо сделать будет на следующем КД. А этот что? Как это? Валиант, Валиант, кто? Ты просто валяш. Чё, вам Гера нужна? Хоть не валет. Да. Ну, могу шаманом зайти. Давай Мэтфокс в саму. Ча, подождите. Он, блядь, нажил. Да нахуя Валян, блядь? Там ДПС, а, блядь, с гулькин нос. 264-й, ну сколько он ДПС дает? Да похуй сколько он дает, он 2 геры даст. А 2 геры это много. Кинь ему еще раз инвайт. И кого убирать? Меня убери на этого босса, я посижу, подрачу. Давай, может, меня и Эрдру. Второго. Потому что здесь Эрдру вообще, блядь, нахер не нужны. Хилы нужны, как не нужны. Не, ну Слава вместо меня похилит. Где он там, ёбаный в рот? У него проходка-то хоть есть? Лич убитый. У него нет, наверное, нахуй проходки, блядь. Или есть, вчера же сделали. Сейчас узнаю. Не позавчера. Не, по-моему, есть у него, он убивал лича уже. Кто убил лича, плюс чат. Кто убился от лича? Минус чат. Рассев в чат у нас. Ты портанулся, чат, а то убитый, мы так хуй присумоним. Друг инвалид, да, а тут? Да-да-да, я ушел. А, все. Все, этот здесь есть у него проходка. Ну, попробуем. Мы два дерева, что ли, будем? Второго, Валек. Какое дерево, ты че? Короче, я буду только этих челов, которые будут стрелять стрелы, хуй хилить. Остальных, извините, не буду. Ну и похуй на них. Так больше урона не наносится. Никто урон тут вообще не наносит никакой, блядь. Только масуха от босса и точечная стрела. Одна ОЕшка и стрела. И мобы, нахуй, которых, чтобы не спулить, надо не хилить, нахуй. И все, блядь, стоять, блядь, жор ровно, нахуй. Либо бежать. Ебать, пиздец, IQ духуя надо. Five, four,
Так, кто он знает? Да, я ему рассказал. У нас полгильдии на освоение. Ооо, ебать, с таким макросом нахуй, это вообще кринж. Чё, хуета? Топ макрос нахуй. Просто я не вижу твою метку. Какую метку? Тебе не надо ее видеть. А, ты просто хилишь, типа? Да. Я просто хилит. Стою нахуй, ну одну кнопку нажимаю, даже мышкой не двигаю. Ну, гений получается. Угу. А, еще шаман будет метку кидать в тебя, тебе нужно будет выбежать от всех, вот за круг. Если в тебя кинет. Такую электрическую пыль, и все. Вот такой там вот. Будет ДБМ анонсить, вот как чел сейчас побежал. Пиздец. Сейчас стакнись со всеми. Сбегай, вот. Да. От вас самое главное косты не проебать. Вот сейчас я уже съебусь, потому что я ебал, чтобы меня в татакой могли. Да ко мне сюда встань, будет. Все, да? Будет. Ко мне сюда встань, все. Далеко сильно не бегай, а то мы метку можем пробать. Вот этим мобам твоим кипит просто. О, смотри, меня кастуй. Хуяк. Вот, ну, маги, конечно, пиздец. Валиант вынеси. Трол, да? Заебало уебище съебывать. Блять, у меня пира ушел в никуда. Сука. Так вот у меня бусы упета, блядь, каждый раз уходит нахуй. Слушай, ну я прям вообще вот гений не гений нахуй, но я просто, грубо говоря, нихуя не делаю. Вот ну только... раздавай макрос этот, блядь. Ну, типа это я только покров написал туда. Покровительство. Разбегайте. Вот он сейчас кастовал, сейчас я не успел выбрать. Если еще ничего не делал, метка сама останется. Вынеси, Вален. А, там я вынеси, понял. Дышу. Седжу, ты макрос, что ли, вписал метки в атаку? Ну, куда-то вписал по-любому. Вот почему у него спамится. Да, да, да. Нет. Я ничего не делал. Не, может и ДБМ такой. Биг ДМ. Нет, это Биг ДМ. Сейчас смотри, минус рейд. Похуй пацану нахуй. Ну, поздравляю, это вайп. Кто выжил, тот ГЦ. Спасибо, Саня. А там уже смысла. Саньку по работе позвонили, чисто пошел пельмешки кушать. Да не убегайте, блядь. Мрените, куда вы бежите? Починиться, починиться, Дживс упадет. Оно не выйдет, Дживс еще останется. Похуй на этого Дживса. Потом починимся. Вернитесь. Ты все равно за смерть еще... Не бегайте, это самое, уйдите, умрите. Не надо убегать к выходу. Не резать ничего, просто надо добежать до босса. Спасибо, Биг Дэм, братан. Как дела у тебя? Я спать пойду, я засыпаюсь уже. Я рад за тебя. Ну, бля, иди это, пока мы резаемся, бежим. Мы суманем. Ты иди холодненькой водичкой, там, не знаю, ничего, или ты сейчас уже отвалиться хочешь? Да, не, все, я пошел спать, мне завтра вставать сразу. Я понял, утра. Ты там, давай завязывай с этой работой, там, блядь. Сколько можно уже, блять, от работы кони дохнут. Ну, как можно заебаться. Заебало. Работа для лохов, да? Ну, я не знаю. Просто не надо приходить играть в таком состоянии, все. Конечно, блять. Просто не надо приходить на работу. Главное, смотри, он по PvP шел, там нормально все. Днем по PvP шел, такой хэк заходит, блять, я заебался. Нахуй. Час прошел, блять. Я днем не заходил вообще, выбросил. Ну, кто... У меня не было дома.
Ладно. Это вчера был дождь. Может, тебе там бабок скинуть? Давайте скинемся ему, чтобы он там месяц на работу не ходил, по косарю скинем. Заебал, посиди, поиграй. Он так зарабатывает нормально, что ему деньги скидать? Ну так он, видишь, он работает 7-7, как это нормально, блядь? Если он будет 2-2 работать... Ты за такой слакон им должен деньги скидывать. На туре. Это он сидит, да, по косарю лучше скинется? Пиздец, блядь. Кринж, нахуй. Но мне бы дано таблики. Пацан с фул полируль. Не, просто видишь, цель игры тут, ну, мало очень людей, вот кто оденет перса там, да, и будет долго-долго играть, блядь. Ну, челик одел. Так он вот только все, одел, и уже нахуй не надо ничего просто. Конь есть, шем есть, фул полироль есть, все, нахуй. Не надо было коня ему отдавать. Да, приходил. Да хули, какая разница? Похуй вообще. Коня. Бля, у Агаты Кристи пиздатый трек по коня есть. Надо каких-то челиков, слышишь, молодых каких-то искать, нахуй, заебал. Отморозков? Я не знаю, что это. Не обязательно отморозков, ну таких, которые... Школьников надо. Которые, это, не спят ночью, да? Да, бля, хоть немножко, надо просто школоту искать. Чтоб заряженные хоть немножко были на игру, нахуй, а не так, что, блядь, ую, там, типа лютые. Да, вот не таких, как я там, старпёр, нахуй, который, ну, вот там, блядь, на уфе проиграл, нахуй, да мне вообще эта игра похуй, ебать. Ты реально сидишь в кожанке там играешь. Персисты, да? Не, ну хули-то с другой стороны, ну, треплёха, он как бы, у него прогресса бы и не было, он дальше бычек хуй идёт. Ну, он и вообще не играет, вот так если посмотреть, нахуй, приходят одни и те же примерно, кто-то не, сначала гильдии, кто-то немножко вот недавно. На треплёху лучше не смотреть. Же с нами или он уже всё? Там видеть нехуй. А кто это? Да никто. Это агент. 007? Я не понял, завтра, что ты хочешь. 001. Притон, ты что-то написал, попробуем на одном посте посижу, это что значит? Дело-то не я говорю, не просто одного приста ферять буду на него, диминишн или нет, я сам сибусь. Проблема в том, что его надо бить, это раз, что это потеря целого ДПС, это два, и что он будет убегать. Я его сам заковыряю. Я за ним бегать просто буду. Зачем? Ты видишь, как часто они появляются? Как это ты его заковыряешь один? Ну, одного я забираю, одного вы заливаете. У нас, короче, через 20 минут еще минус один будет. Я предлагаю пойти и тогда, не знаю, там добивать у льду у рависту, потому что ровист сидит с температурой и через силу играет. Я предлагаю добить рависта. Ну, либо добить рависта, но у него осколки как бы на валик уже есть, поэтому их с него не спиздить. Поэтому вот так. Не давай, Шалфир, включай вздох толпы и пошли в Ульдувар. Хуячьте добивать Ульду, кто вчера там был. Потому что это бред, нахуй, ебаный. У нас один, второй, сейчас один трай дадим еще и... Да, полная хуйня вообще, блядь, посидели, трэш полчаса, трэш час. А какой, блядь, трэш полчаса, мы час сидели, ждали, пока все зайдут. Делай сброс КД, пойдем в сериал смотреть какой-нибудь. В натуре, нахуй. А, это менталисты смотрю, блядь. Экзорцистов вызывай там. Вот классный сериал. Ой, смотрел бы они меня? Да, два раза. Зе Заханыч, а ты живешь, типа? В смысле? Ну, все знаешь, все игры, все сериалы. Почему за это платят? Слушай, он может сериалы смотрит, а ему за это платят. Давайте, а кто уходит через 10 минут, что не вкуриваю? Не люблю, что ты пишешь, что ему надо уйти. Пиздец. Чего приходите? Я через час. У него форс-мажор вроде. Если он не придет, у нас здесь хилов не будет, а у него 20. Форс-мажор и третий сезон. Бэн. Бэн. Съебался Шэм Буэр, блядь. Так а чё говорить, я более 100 тайтлов посмотрел. Видите, вот это вот, если чел говорит слово тайтл, это всё, это нахуй закрывается диалог сразу. Это клиника. 40+. Если он общается вот так, типа, а какой тайтл ты сегодня посмотрел? Всё сразу мут. Короче, это самое... Если мы не хотим, а я не хочу, и, наверное, вы, наверное, тоже не хотите, чтобы гильдия разваливалась, надо искать людей, потому что... Я вот ищу... Дай, кстати, консул. Сделай макрос. Проблема большая. Потом мне что-то говорит, а? Ой, ну я-то ищу людей, в отличие от тебя. Я вот сделал макрос, набираю...
Ну, я тоже пока сделаю. Никто не пишет. Я, кстати, тоже... Пишет. Надо парочку разбойников еще. Все, теперь могу. Ну, я тебе буду... Да, ребят, для таких людей надо искать ЛК-10. О, ГМа. Это надо вот, собирать вот именно я, кстати, все пати. Надо искать. Эти люди именно ищутся там. Микроманка, как сегодня сходили в ЦЛК-10? Оп, рассказывай. Как я сходил? Я никак не сходил, я чисто сходил помочь. Помочь. Как тебе весело было? Да. Кайф. Бен, на чисто такой, дай консол. О, загрузка завершена. Сейчас попробую.